Итак, дорогие друзья, вы заняли ваши места, проверили мобильные телефоны. Сегодня в Малом зале консерватории один из концертов 22-го Московского международного музыкального фестиваля «Посвящение Олегу Кагану». Обращаем ваше внимание, что нынешний фестиваль завершится 2 декабря на сцене Московского художественного академического театра имени Горького на Тверском бульваре 22. Запланирован спектакль под названием «Искушение Паганини». Режиссер-постановщик Ольга Дьячковская, а в главной роли Святослав Мороз, чья музыка вместе с музыкой Никколо Паганини и составит музыкальную канву этого спектакля. Итак, сегодня 3-й концерт, проходящий в Малом зале консерватории, а 2 декабря в Амхате имени Горького в 19 часов «Искушение Паганини». Напомним, фестиваль организован Министерством культуры Российской Федерации, Московской государственной консерваторией имени Чайковского и фондом Натальи Гудман, которая является бессменным президентом этого фестиваля. А художественный руководитель Святослав Мороз и арт-директор фестиваля Ольга Дьячковская. Во втором отделении сегодняшнего концерта два сочинения Иоганнеса Брамса, датированные 1886-88 годом. И сейчас 3-я соната для скрипки и фортепиано ре минор, сочинение 108 Брамса в 4 частях. Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento и Presto agitato. Исполнители Святослав Мороз и Полина Осетинская.
И до конца второго отделения трио номер 3 Йоханнеса Брамса для фортепиано, скрипки, виолончели, до минор, сочинение 101, датированное 1786 годом. Четыре части: Allegro Energico, Presto non assai, Andante Grazioso и Allegro Molto. Исполнители все участники сегодняшнего концерта: Полина Осетинская, Святослав Мороз и Борис Андреев. Thank you.
Thank you.